натуре сейчас. Отопление дали? Да. Наши серебро взяли, да? Сборная, да? Национальная, да? По такому виду, да? Вот, Венгрия. Да, да. Такое же поле, да, было, да? А, еще, пусти. Ну, там вот 6, да, в поле играли? Там то же самое. Ну, поле... Мексиканцев, да, блядь? Поляков, блядь, резко. Поляки дерзкие. Налево, налево, одни! Включай, Алфа, включай, ты один, включай его. Куда? Если бы ты вчера снимал нашу игру, хотя бы одну, блядь. Ты чё? Пиздец, вчера один матч засняли вы, блядь. Браво, хочется игру посмотреть, а чего вы не даете? Голов же где куда? А чё, ваш матч не сняли? Вообще не сняли. Справи, что ли, на двоих, на подачу? Они потом после игры сказали, да. Мы нихуя не снимали, короче. Шесть раз хотел проверить, да, его? Он же тоже за Майкой прошел, когда играл. Кто, кто? Вот этот третий. Я не знаю, но он не ездил, кажется, или ездил? Ездил, он пару раз был. Там кто только не ездил. Там когда состава не было, да, наверное, да? Приезжали, попадали, блин. Не, мы выиграли же одну игру. Браво, блядь, когда вы нас дома завели, не. Я думаю, как мы, сука, вам попадем? Так ты у тебя... Ты ворота оставлял же нам. Я не ездил второй круг. Я спиной отбивал. Он, короче, так на дальнюю катит. Я вот так лег просто спиной. Он мне в спину попал, прикинь. Все его рычали, спиной отбиваются. 9-1. Да, вы-то чемпионами, да, стали? Второе мебельон занял? А кто? Маш, мы же не отдали мебельон. А, промаш. Короче, приехали просить спасать матч. Вот! И у нас состава не было. Здорово, вот и все. Вторая, и убить! Вторым составом у мебельона выиграли. 3-2. Только там, оттуда там вышли, зачем ты дорвался? Все играли, да? Все играли. Макс отсюда за уши закинул. Прикинь, с центра. Тогда Баука, конечно, объелся. Ну, не Баука. Ворот стоял, ебать, объелся. Пиздец, все вытащил. Пошел, хуя, до конца. Баука же, блядь, лучше бомбардир в октаву. Макс, оттыни, давай разбить. Ничего себе, да? Стоп. Хороший, да? На, хуя, дорабатывай. Ой, блядь, помогай. Хорошенький, да, он, по идее? Технично. Каспий Срусерус. А, о, прикинь, я думаю, что за Баурон Ахмеджанов, блядь, на первом месте. Наказывай, наказывай, списки бомбардиров. Открывайте! Почему аяты? Я не знаю, блядь. Какой-то аят там где-то карагоняет или подавляет. Рудник какой-то. Да? Мы раньше по-другому называли. Как дал даун, видел? Девят паук там, умер. Лёма, благим делом занимаешься. Бля, я хотел, я же этот, против Ерёмы сыграть вообще. Ну так, показать взглядом всю, убрать его там. Со штыками, мимо ушей. Вот так.
да? В зале. Двигайся. Смотрите, в зале где будет играть? На Толстого там что-то возле трактора что-то строят, да? Я не знаю. Это частник, там, по-моему, уже готов. Да, там этот паркет. Паркет, да. По Толстого? Ты туда берете. А нет, там, наверное, аренда дорогая. Или на Зарю. Зарю. В том году за ней. В овощехранилище это будет. Нет, там же бывший этот же. Паркет, да. А что ты их не обрабатываете, с ними на контакт не выходите? А? Если начнут въебываться, мы их, скажите, мы их на место поставим. Кого надо. Не, просто выйдите с ними на контакт, как они там с вами. Аренда большая. А вы знаете, что Лермонтова, 1 мая где-то там тоже заведение есть. Короленко даже. Короленко Лермонтова тоже зал есть. Но маленький стик, что ли? Нет. В этой стороне. Напротив. Напротив здания КГБ. По-моему, она имени КМБ. По-моему, она имени как-то, блядь. Относится, что ли, не знаю. Не, мы там не слышали, конечно. Ну, зал стоит за Динамо, блядь. Толстого. Лермонтова, 1 мая. Короленко. Короленко даже. Лермонтова, Короленко. Там говорят, да. Стандартный зал там есть. Паркетный. 40 на 20. Стандартное поле. Кому нахуй, блядь? Они не сдают, я поэтому. Я здесь стою, Он вообще этот зал не загружен, наверное, только. Его строили тут. Не, мы в том году в Заре играли. Я понял, говорю, в центре города есть, блядь, зал, а вы каких-то вообще временщик играете. А, блин, да, Серега, лучше. На меня погода. Да нет. Заре? Да. Когда вот начало. Сердце Салданы, когда мы выиграли 8-2. Кто-то вас там лоббирует, Заре, блядь. Как с Фенисом сыграли, привязали к этой Заре, блядь. Вы сказали, да? Может, что-то имеете с этого, а? Кинесов за вас туда играл, пидет. Да, он же, блядь, и выиграл один, блядь. Алдон, блядь. Кинес, Ракиш. Да, отпускал. Где будет платить? Где будет платить нормально? Кому? Я помню, я приехал к нему. Козметка. Это... Три игры отсюда. Он мне 20 тысяч отдает. Еще за дорогу, за все. А, ты чисто подъехал, когда на эти... Да, на... финал, выглядел. Ну, когда уже более это ответственно, да, короче? Ну, там интересные, да, были? Полуфинал, финал, да? Вот два полуфинала. Нормально, да? Вот так. Да? Еще за дорогу. Еще Тоха Лайман. Вот это Заре, зал конченый, блядь, травмоопасный, пиздец там. А у нас нет. Вот этого нету игры, вот этот дрыжу, бегай туда-сюда, блядь. Вверх-вниз, блядь. Поперек ничего, нихуя. Ай, ай. Да? В городе, говорю, два зала. Один, наверное, по второй будет так, что а чё, видишь, на зал новый, который по Толстого, то есть где центральный? На тракторе говорят, но не знаю, дадут, не дадут. Который за центральным? Там реально, говорит, паркет. Да, там, ну, это дом, походу, двухэтажный, блядь. Отскочи, нет, Марта, там зал, паркет. А ну, ты видишь, на центральном, а там этот нету же новостроек, ничего? Вроде ничего нету. Новых зданий нету вроде где-то. С этой стороны нету, где смотри. Нету там. Да, нету там ничего, нет пока ничего. Там дом как? Там дом чей-то двухэтажный, наверное.
Тугис, давай откроем. Поддерживают друг друга что-то. Давай Тугис откроем. Подожди, потом. Мария, это же на этом, да? Да, по той улице нету? Нет, там нету. С той стороны нету вообще. С Луначарского? Там улица, блядь. Как вот где Nike стоит, да? Вот это вот Горсан, да? Там вот это вот улица. Там нету, кажется, ничего. Вот. Я хожу. Мария, вот туда людей уходит. Ты кого снимаешь? Вон, разводишь, посмотри, он разводишь. Да ты вообще с землю пришел. Какая игра была? Ты смотри вот это. Я тебе покажу, бля, вырежу. Вот так стоит, а вот вниз снимаешь. Да вот, рассказывай, да, ты организуй, да? Опять говорит, блин. Ты что это? Вот эту? Да где? Мол, какой-то же частный дом. Эй, ты что, ПГУ вообще показывай? Нет, покажи, ПГУ покажи. Универ показывает. Покажи, да, школу, блядь. Покажи, покажи. ПГУ универ показывает трафик. Как ПГУ универ, блядь? Ты где смотришь? ПГУ универ показывает. Ой, вот, блядь. Травит, блядь. ПГУ универ показывает. Где же зал ПГУ показывает? А, вот. Я себе салат покажу. Да, да, да. Повелитель. Не знаю, сам. Здесь вообще игра какая-нибудь закончится, нет? Чё там никто не записывает? Вот, вот. Дядь Саня, никто не записывает, кажется. Не записывай. Ёма, зал показывает новый. Ёма, записывай, иди. Забежим, блядь. Кого? Блядь, три гола. Восьмой два забил из них. Восьмой два забил. Только что? Не, восьмой только что забил. Спроси, бля, он какой счет вообще? Восьмой только что забил, родной. Чай вот. Ну ладно, забил. Он, да, он за этого вот в девятку, да, забил? Да. Вот, два он забил точно. Все? Один гол. Еще кто-то у них забил. Какой счет? Еще один забил. Четыре. Зал ПГУ. Зал ПГУ показывает. Где тут? На! Овощи. Да, вот мячишка есть, по идее. Давай, я. А, ушел уже. Да, вот не напал еще, видишь. Я же мяч, братан, подаю. Да не, какой счет? 4-0. 4-5. Бля, все так убил только что, да? Одни пасы. Вот сюда дай, да, по идее? Это я, по-моему, в жопе, да? Да, где-то там. Копия. Бля, Игорек знал, что холодно будет снимать два дня, нахуй. На следующей неделе он тоже не будет ЖБ играть. Так там же плюс, братан. Еще 30-ка там плюсом плюс будешь. Там же плюс 15 вроде будет. На неделях, теплое. Ножки видишь? Бля, 5 минут осталось, пиздец. Вверху мне так зашло. Где твоя, блядь? Казбеги. Да.
Алексей. Специально заберете сразу, чтобы не забыть? Центрального не знаю. Сворачивай! Сейчас, куда его? Ну, давайте, давайте. Вот, берите центрального. Иди выше, я шире. Куда, туда, да, дай дальше. Левая нога, левая, да. Чья это? Сам не знаю. Я, не бросай, стой! А, заиграешь? Бля, Мурта! Тебе, тебе доводил. Приди! Приди! Будь там никогда не дадут эту пулю. Отдай просто, отдай! Хорош, конечно, не дадут. Там два автомобилиста зал есть. Там волейбол же чисто, да? Больше ничего не дают. Там можно было играть в паркет футбол играть. Где? Это Бентон? Ну там же поэтому делали. Где теннис, да? Пенис. Я теннис не это, самого вот это, кофе, да? Оп, машина. Играй. Я же говорю, не было машины. Вот в натуре птица. Отъел себе бамбук, конечно. Что, выкати? Да. Пора рассказывал, пора рассказывал. О, так они играют. Не, он говорит так, говорит. Да, у него все под контролем. Че? А? 17:05. Закончили. Раз, два. Не, он говорит, типа, в центре поля есть, а вы, говорит, типа, ну, там и башня, типа, вообще хранилище. Играй, играй, играй. Че, забьют сегодня? А я должны забить? 0,5 больше? Бетон это? Шадан! Что убьют? Бля, аж надо отсюда кричат. Бесел, бесел! Сколько Аравинский? 17:50. Тупарская связка. Связка ключей. Ой, по мячу не попадает. Чуть точнее бы, да? Давай, давай, Аят, болеем за наших. Ну это же местные же, да? Местные же, Аят. Да, вот сейчас забить может он. На последний хотят забить минуте, наверное. Да, у Алиша все, я же просто играй. Вот гол. Вот гол, смотри. Жаке, бля, я его догоняю спокойно, бля. 19. Давай вот так туда везти. 22. Пусть вот так туда ведут. Кто флексов сделал?